Всем доброе утро. Жарю картошку с колбаской и зеленым луком. И сковородку. Картофель я варила, порезала полукольцами. Полукольцами нарезала колбаску. Нарезала золотистый лук. И обжаривала на растительном масле на медленном огне. Теперь в сковородку добавляю 5 яичек. Яичница обжаривается на медленном огне. Посыпаю яичницу зеленым луком. Закрываю стеклянной крышечкой. Через 5 минут наша яичница будет готова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч в новом видео.